красивые осенние кормушки. Такие не у каждого есть, потому что такие не всегда висят, потому что их либо ломает кто-нибудь, либо просто никто не хочет делать. Вот. Поэтому показываю, пока они есть. Вот такая вот тут вот кормушка красивая, офигеть, блин, смотрите, пока показывается. А вот тут кормушка типа еще веселее, блин, красивее, ну. В общем, так старались, дети делали. Блин, вообще зашибись, как офигенно. Делали кормушки в школьном дворе. Кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Потому что иначе вы пропустите очень много интересного, что еще ждет на этом канале в будущем.